всем огромный самвэ. Шут. Крутые, брат. Мы пришли в магазин, называется... Обсирайте. Лерой. Не, это он случайно сделал. Я специально сделал. Магазин... Фу, ты чуешь, как воняет краской? Лерой Мерлин, другой магазин. Там в Икее были, это Лерой Мерлин. А нету ручки какой, чтобы закрутить. Окей. Тоже такой хороший магазин, красивый, большой, огромный. И убежал. Я как подушки красиво в ряд. Ой, вот это классная подушка. Смотри со мной. Ух ты, яка мягенька. Она обрывается. Она так обрывается. Ну так ты ж на волочку. Так візьмеш отак от. Смотри, отак візьмеш. А ти притули голову до подушки. Та я знаю. Ужасно. Ужасно? Ужасно, оно в ухо. Это с эффектом памяти. Что с эффектом памяти? Memory. Называется. Да, memory, нет? Да, memory. Ну, вот смотри, пожалуйста, я не видел. Memory. Анима memory. Вам так и нравится подушка? Да, memory. Классно. Я хочу, чтобы у меня был хороший матрас и хорошая подушка. А вот такая тебе нравится подушка? А это что, не мягко? Мемори, 17 евро они стоят. Смотрите, какие. По 3 евро подушки. Что это было? Что-то кто-то кинул. Женщина что скинула. Думаю. Тут подушка такая сделана. Есть такие, что переворачиваются. А, это не переворачивается. Пойдемте там еще ковры посмотрим. Вот это такие по 12 евро на стулья подушечки. Набор целый. О, карнизы разные, бамбуковые эти. Дорожки. Та сейчас ніхто дорожки не стели уже. Как тебе ковер? 180 евро. Ковер, ковер. Та якийсь твердий очень. А зачем ты за ножниц? Пошли. Пошли, пошли со мной. Тут и строительные, и краски разные были. Вон, видишь, смотри, Самвел, здесь краска. 24 евро ведро белое, что тата говорил, видишь? Тебе знаешь, что здесь надо купить, Самвел? Пупырышки для картин возьми. Вот этот рулон с пупырышками. Найди его, возьми, где он находится. Понял? Точно даже. Поч есть там. Найди рулон с пупырышками такой. Он где-то здесь должен быть, который заворачивается. Тебе ж надо будет завернуть картины. Вот найди его, возьми. Только как он называется? Сейчас я Самвелу поищу. Не у кого спросить. Вот где-то здесь он должен быть. Такое вот ему надо картину, чтобы запечатать. Вот такая штука с пупырышками. Валики разные. Это, видите, готовая бумага. Вот подстилается тоже. Что-то этой штуки. Это не оно. Должна быть такая штука с пупырышками.
Пошли найдем тебе ту штуку, Самвел. Она где-то здесь должна быть. Вот разные эти. Веники. Сейчас я спрошу, кого-то найду, спрошу, только нету никого. Это ванная. Блин. Сейчас я найду работника хотя бы одного и спрошу. Ой, это классная штука, смотрите, видите? Чтобы мыть ванну, она очень хорошо пахнет. Душевые кабины. Это Leroy Merlin, это совсем другой магазин. Тут поменьше уже людей, потому что тут совсем другие цены. Ого, гляньте. Смотри, Самвел, 2500 стоит. Не знаю. А что здесь написано? Mobile Eclectica. 2500. Ого. А где Юля? А. Надо на второй этаж поднимемся, купим Самвелу бурульки такие. А как на второй этаж подняться? Вы что-то еще нашли? Мама, тут хороший магазин, но очень дорогой. Тут не дешевый магазин. Я согласна, но здесь очень интересно. Смотри. Смотри. Это... А, с рыбками. С рыбками. Да? А там с камня, видел, какие есть? Это для туалета, да. Да. Окей. Ну, тут не дешевый магазин, дорогой. Идем наверх? Да, на второй этаж пойдем посмотрим. Это малярный скотч. Это вот от комаров. Юля, нам на рыбалку такое надо. Помнишь, мы брали, когда на рыбалку ходили, такие круг подпаливали? Есть? А вот это свечи тоже от комаров. Видишь? Это берешь свечку, подпаливаешь, и тоже от комаров. Вот это, давай, пластмассовые вещи на огород. Не, хорошо. Едешь, тебе берешь, да? О, это для цветов что-то, да? Только не успеваешь. Это для роз, это для роз. Удобрение для роз. Ой, Юля, тут не спеши, тут можно купить что-то для дома. Гляньте, сколько накидано всем. Здесь хотел посмотреть. А? Здесь хотел магазином посмотреть. Вещевые хотел, да. Вот это очень хорошие пакеты, большие. Они выдерживают 115 килограмм, вот эти пакеты. Это сетка какая-то. Видите, все. До 9, наверное. Ничего. Что успеем, то успеем, что не успеем, не успеем, да? О, всякие. О. Смотри, Юль, на улице все. Видишь, это все для этого. Для дома. Такие сетки, деревца разные. О, глянь, сколько тут всего. И цветы, и все, что хочешь. Вон искусственные орхидеи, секаторы. Вот такая мне нравится. 100 евро стоит такая. Вон, глянь, видишь, она потом пылью пропадает, диви. Ой, капец. Саженців ніяких нема. Можна щось посадити італіянське. Да. Ого. Рай. Це маленькі кактуси. По 2,90. Ой, який тут запах. Та великі кактуси. Смотри, Юль, які дешеві. 4,50 кактус один. Орхидеи. Ого, Юля, иди сюда. Дави всякие кактусы. Офигеть. И он будет тоже цвести, мам. Смотри, ты бачишь? Офигеть, сколько тут всего. Мы собрали на Юле.
А, це красиві такі, да, цвіти. Мама, що ти робиш? А, ананаси, Юля, диви. Як? Ананаси. Диви. Маленькі ананаси ростуть. У мене був такий ананас. Я теж такий маю. Ну, це такі рослини всякі вдома. Це не на вулиці, так? Да? А он на улице. Уличные растения. А вон вот вино тут ходит, наверное, вот по тем рядам. Вот саженцы, Юль, смотри, уже и помидоры продают. Китайские мандарины есть длинные такие, знаешь, деревья с длинными такими. Кактусы, саженцы. О. Да, конечно, тут побольше выбор, чем у нас. Класса. Самен, глянь, скільки тут. Ти скільки взяв? 10 метрів. Хватить? Ну, на углі, на таку. Точно? А ще, якщо візьмеш картину, чи ти візьми дві штуки чи три? Ви тут будете? Да, візьми, Самен, дві або три. Юля, треба якийсь цвіток з Італії привезти. Посадити на огороді. А що можна таке... А що можна таке привезти, що ми зможемо, ну, посадити? Рози явно не. Ой, диви, які там красиві всякі. Боже, а он там, глянь, які цвіти. Ну, це, мама, семена все. Такі луковиці. Не факт, що воно виросте. Красиві. Ну, попробую це, як їх оцих всіх. Скільки вона стоїть, Юль? А ми поки її доведемо, вона вклякне. Звісно, а у мене була така біла. Розочки різні. А це петуні, бачите, продають по 3 євро. От 3,65, отакий маленький етап, і в ньому цілий ряд є. От рози, от вони. От ближе видно, це маленькі такі. 7 євро, бачите, покупаєте таку ету, і тут вже готові саджанці. Раз-раз тебе. Да. Тут выбор побольше цветов. Я показывал вам. Вот эти мне очень нравятся. Смотрите, какие красивые. Вот это вообще шикарно. Касса не будет красивее. Касса вон за тобой сама. Касса? Да, сейчас мы пойдем. Касса, да? Так, подожди, мы еще не выходим. Да, в очередь ставлю. Красивые, да, цветы? Тут тоже смотри сколько уличных всяких, видишь? А вот это вот такие ці, як у мене плетуться, вот такі у мене будуть. От видишь, як фіолетові я посадив, вот такі кліматіси називаються. Ну, тут максимум, що можна привезти, це лимон или апельсин маленький, вот такий, дама. Апельсины, если можно, китайские. Ну да, ну вот я же говорю, это максимум. А такой цветок ты не привезешь, потому что он пропадет. Умрет, пока вы доедете. Пошли на кассу. Самое лежа стоит на кассе.